Общая явка избирателей в Карачао-Черкесии составила около 63%. Такие данные озвучили сегодня на конференции в Общественной палате. Всего в голосовании приняли участие около 133 тысяч граждан. Выборы проходили в течение 3 дней. На избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели. Со слов экспертов, серьезных нарушений во время выборов не зафиксировано. Это показатель высокой подготовки избирательной комиссии, а также общественных наблюдателей республики. Завершились выборы в Карачаево-Черкесской республике. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» постоянно поддерживала контакты с Общественной палатой республики, штабом по наблюдению, независимыми общественными наблюдателями и электоральными экспертами. Мы получали большой объем информации с избирательных участков и могу уверенно сказать, что выборы в республике прошли конкурентно, свободно, демократично, без грубых нарушений. Это и неудивительно. Проделана большая работа по подготовке избирательных участков к голосованию. Независимые общественные наблюдатели сыграли свою роль в предотвращении возможных нарушений. Партии и кандидаты проявили большую ответственность. Убежден, что выборы в Карачаево-Черкесии станут серьезным стимулом для развития республики, гражданского общества, экономики, социальной сферы. Поздравляю жителей республики с успешно завершившимися выборами. Карачаево-Черкесия в соответствии со всеми руководящими документами. Состав комиссии был подготовлен, действовал четко. Недостатков ни крупных, ни мелких, в принципе, выявлено не было. Выборы, я считаю, прошли законно, выборы прошли честно. Было видно, что здесь не было разброда и шатания, то есть весь народ находился на месте, каждый занимался своим делом. В общем-то, то, что касается документов, было видно, что все и подготовительно были разработаны документы, и также вся информация, которая стекалась, она, в общем-то, обрабатывалась, доводилась, доносилась.